кто? Я, Зайка. Зайка? Да. А где твои родители? Они вот они. Где вот они? Да вот. Вот они, родители. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А вы ее родитель, этого зайчика? Нет, я его хозяйка. Выходи, не стесняйся, что ты стесняешься? Мы просто гуляем здесь и все. Да, гуляйте, но это же лес. Здесь же нельзя одним детям гулять. А он и не один. Ты же не один? Нет? Нет. Очень странно, потому что вообще-то, это мой питомец, да, это мой зайчик, мой хороший зайчик, ой, ты мой сладкий. Он любит гулять по лесу, поэтому мы выходим каждый день на прогулку. Это здорово и замечательно. Я сейчас объясню детям, что такое прогулка и как надо себя вести на прогулке. Хорошо, объясните, я тоже посмотрю, послушаю, давай объяснять. Дети, значит, когда вы ходите на прогулку, обязательно предупреждайте взрослых, что вы пошли гулять. И говорите, куда пошли и насколько. И никогда, никогда, дети, не заходите в лес одни. Там очень опасно. Ну, все верно, все верно. Теперь надо своему зайчику взять. Зайка, в лес без меня никогда не ходи, понятно? Хорошо. Все, я пошла грибы собирать. До свидания. А вас как зовут? Меня зовут принцесса Джулия. Джулия? Не слышал никогда. Ладно, всего доброго, принцесса Джулия. Всего доброго. А вас как зовут? Меня зовут мама Нюша. Мама Нюша? Да, потому что у меня трое маленьких замечательных котят. Да? Да. Ладно, я пошла. До свидания. До свидания. Вы кого-нибудь слышите? Кто-то кричит ау! Где-то далеко-далеко! Это же тот зайка! Он потерялся все-таки! Давайте, он потерялся! Давайте ему поможем! Давайте поможем его дети! Ты потерялся! Ты уронил дерево! Ну ничего страшного! А где твоя мама Нюша? Вот она! Где она? Вот, рядышком! Опять же. Здравствуйте, мама Нюша. Что опять не так? Ну, он кричал ау, ау, я думала, он потерялся. Нет, он не потерялся. Я за ним слежу. Родители всегда смотрят за своими детьми. Не кричи, я же рядышком. На ухо прямо орешь, иди ко мне, мой сладкий. Такой хороший, ой, ты мой сладкий. Тика-тика-тика. Ладно, иди собирай дальше грибочки. Ну, если вы здесь рядышком, тогда, может быть, объясните детям, как ведут себя родители. Хорошо. А ты поищи, далеко не уходи. Дорогие детишки, когда вы идете в лес, родители за вами смотрят, поэтому не пугайте их и далеко не отходите. Родители часто проверяют вас, как где вы находитесь. Смотрите, например. Зайка, ты где? О, опять деревья валяет. Видите, он рядышком. Поэтому не страшно, его отпускать снова. Зайка, далеко не уходишь? Ну здорово, иди играй. Вот так вот, совершенно верно. Ладно, я пошла, всего доброго, всего доброго.